Пришла по жилищному вопросу, говорит Любовь Гаськова. Ее семья из 6 человек теснится в двушке. При этом у мужа психическое заболевание. Значит, положены дополнительные метры. Вникнув в ситуацию, глава округа предложила вариант. Любовь Викторовна, с учетом того, что жилья в Клину у нас нет. И, в принципе, в ближайшее время и не предусмотрено какое-то социальное. Есть, допустим, квартиры однокомнатные, которые находятся в городском округе на территории сельских поселений. То есть этот вариант вы рассматриваете или нет? Ну, надо это как-то тоже это маленько обсудить, наверное, дома. А Маргарита Дмитриева со своей дочкой боится выселения. Ее сестры планируют продать 2/3 квартиры. Так, вы проживаете в двухкомнатной квартире в Клину. Угу. Совместно с вами зарегистрирована ваша дочь и две сестры. Да. Так, по сообщению председателя кооператива, одна еще из сестер у вас находится в детском доме. Нет, я ее забрала, потом ей выдали квартиру. Они сейчас с средней сестрой сообща хотят продать квартиру. Вот. Но вы являетесь же тоже там собственником? Да, у нас 1/3 на каждую. Законодательно повлиять на сестер нельзя, и девушка получает на приеме первичную юрконсультацию. Долю у сестер можно выкупить по кадастровой стоимости. Приоритетное право у девушки есть. Да и выселить ее с дочкой на улицу по закону не получится. Прежде всего, этого не допустят органы опеки и попечительства. Анастасия Галкина, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.